одним из которых и была грачиная каша. Сир Эльгрия, шешуеш ворота джитте, савантуем чинтау здравус. Сызғанып тұтын туаным Алтын көмеш түгел Икмек харшан Бар нәрседен үстін болған ол Түшсін ұрлық бұразнаға Игелікле сағатлерде Жир отасы, жирен соқал Жир онасы, осыл беке Тамырына нықылған бир, ил үстіне ұлыған бир, ил ішінде бізге де бир.
караван приближается к площади. Меня послал сообщение. Готовьтесь к подобающей встрече. Что это за местность? Чья земля? Не скажете ли, уважаемые? Это город мировой славы, город дружбы и гостеприимства. Слава Москвы распространилась далеко за ее пределами. Город дружбы и любви. Народ твой гордится тобой, значит, будет жить вечно. Уважаемый мой народ, я к вам пришел не как повелитель, а как гость. Огромное вам спасибо, что вы пронесли через века наш праздник. Савантуй! Праздник, который идет к нам с давних времен. Радостно, что вы сохраняете традицию отцов и дедов. Мы от вас уходим с чувством удовлетворения. Будьте богаты и счастливы. На ваш праздник я пришел не с пустыми руками. От Ларгиле, от Ларгиле, шавыш от Лары. Бармикен ол татар ирегенің, отта сыпланмаған шақлары. Стремителен полеты лошадей, а сколько в них мощи, когда они несутся вскачь, устремленные только вперед. Конь был главным богатством татар и башкир. Наши конники многие века славили себя мужеством. Их боевые качества – смелость, мобильность, бесстрашие, решительность и выносливость – отличали во всех военных походах и сражениях. И ныне, в год истории и 200-летие победы в Великой Отечественной войне 1812 года, мы не можем не вспомнить о героизме татар и башкир. В те грозные дни правительство царя Александра I издало два манифеста от 18 и 30 июля о создании ополчения для подкрепления войск и защиты Отечества. В ответ на эти манифесты с хребтов Урала двинулась в поход 23 пятисотенных полка. В полки поступило множество дворян, татарских и башкирских князей и мурз.
Мещерский полк состоял в 3-й западной армии. Действуя в ее составе, наши воины прошли с ней всю Отечественную войну, постоянно находясь в делах против неприятеля. Они сражались на Бородинском поле, воевали в составе летучих отрядов, преследовали неприятеля при наступлении русской армии. Они представляли собой значительную силу. Сами французы отмечали их удивительную меткость и смелость. Мещеряки завершили свой боевой путь в Париже, первыми войдя в столицу Франции. Галандуй байрамам мөбәрәк булган! Дорогие друзья, и прежде чем начать наш концерт мастеров искусств, мы бы хотели поздравить 75-летием татарскую стрелу заслуженного мастера спорта, профессора Сайхуджина Гайнана. Слово для приветствия предоставляется директору Фонда развития велосипедного спорта России Петру Чевардову. Разрешите поздравить всех с праздником, прежде всего, с прекрасным праздником, и зачитать поздравления с юбилеем от имени президента Федерации велосипедного спорта России Игоря Викторовича Макарова. Уважаемый Гайнан Рахматович, сердечно поздравляю вас с 75-летием. Этот юбилей не только ваш праздник, сегодня вас чествуют ваши соратники, коллеги и миллионы любителей велосипедного спорта, которому вы посвятили свою яркую и неординарную жизнь. Золотыми буквами вписано ваше имя в историю мирового спорта. Ваши неоднократные победы в велогонках мира, чемпионатах СССР, спартакиады народов СССР и других престижнейших соревнований навсегда останутся неувидаемым примером отношением к спортивному долгу, чести и доблести. Вы снискали себе уважение и как выдающийся спортсмен, и как талантливый педагог, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и победителей велогонок мира. Желаю вам, дорогой Гайнан Рахматович, крепкого здоровья, успехов вашей многогранной деятельности во славу нашего Отечества. И пусть еще многие годы новые поколения российских спортсменов смогут перенимать ваш бесценный... ваш бесценный опыт. Поздравляю вас от всей души. И вручаю вам этот прекрасный велосипед. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо всем, всех с праздником. А я продолжаю жить на велосипеде. Продолжаем аплодисментами, дорогие друзья. Дорогие друзья, за значительный вклад в успешное проведение праздника Сабантуй мы благодарим правительство Москвы в лице Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями, открытое акционерное общество «Татнефть» в лице «Татнефть АЗС Запад», открытое акционерное общество «Юнистрим», Антипинский МПЗ, попечительский комитет Совета муфтиев России, открытое акционерное общество «Банк Зенит», компанию «Поларис». Чай-тест
Открытое акционерное общество Татфондбанк. Открытое акционерное общество Холдинг ЭДАС. Открытое акционерное общество Супер. Общество с ограниченной ответственностью Альфибия. Значительный вклад в успешное проведение праздника внесли Республика Татарстан в лице города Набережные Челны и Республика Башкортостан в лице города Стерлитамак и Аскинского района республики, а также префектура Южного административного округа города Москвы, Управление внутренних дел Южного административного округа, администрации сотрудники Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское. Кадырлы дустар, безин байрам давам итә. Начинаем концерт мастеров искусств! Дорогие друзья, вас приветствует Республика Башкортостан! Кадерле якташтар, күп милләтле Башкортостан халкынан кайнар сәламләр йөкерәбез! Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, дорогие земляки! От всей души приветствуем вас на празднике плуга Сабантуй! Милли байрамыбыз Сабантуй илгә именлек, муллык һәм байлык алып килһен! Дорогие друзья, национальный праздник Сабантуй проходит в рамках года 200-летия Отечественной войны 1812 года. Сегодня мы расскажем вам и о просторе бескрайних степей, и о гордости, и о величии башкирских гор, и о звенящей прохладе наших рек и озер. А самое главное, об открытости и широте души нашего народа, о любви его к родной земле, о красоте и скромности его девушек и об отваге его джигитов. Кадерле дустар, һезне Башкортостан Республикасының сәнгать осталары сәламләй. Каршы алыгыз. Thank you.
земля отцов, блинная земля, кормилица, надежда и опора. Люблю твои привольные поля, урманы вековые и озера, разлив твоих величественных рек, весенних взор и лазуревую алость. Любовь к тебе, земля, из века в век, из сердца в сердце нам передавалась. О, край любимый, мой Башкортостан, история земли твоей писалась морями слез и кровью гордых ран, той кровью, что в поля твои впитались. Александр батша указы бойынса, бүгінден пахатқа қозғаларға тейшмен. Әдірлік есек. Тулығынса әдірдей қағым түрі. Башқұрт атларынан түрілген баштан аяқ құралы жегірмі кеген бол, тіздің бойырықты күті. Әл болықта екі командир, біріғе башқұрт, екенсіғе ұрық. Әлісташына, биш есауыл, биш ез башы, биш хұрынжа, дейсер, он илле башы. Башқорттар яшаған әр үйәд, бәр екі екі полк бірді. Шулайы құлышыларды тұланынса, құраландырауда, ерлендірауда, кейіндірауда, өзе біздің итәптен. Хавандуй байрамы мүбәрәк болған! Дорогие друзья, и прежде чем начать наш концерт мастеров искусств, мы бы хотели поздравить 75-летием татарскую стрелу заслуженного мастера спорта, профессора Сайхуджина Гайнана. Слово для приветствия предоставляется директору Фонда развития велосипедного спорта России Петру Чевардову. Разрешите поздравить всех с праздником, прежде всего, с прекрасным праздником, и зачитать поздравления с юбилеем от имени президента Федерации велосипедного спорта России Игоря Викторовича Макарова. Уважаемый Гайнан Рахматович, сердечно поздравляю вас с 75-летием. Этот юбилей не только ваш праздник, сегодня вас чествуют ваши соратники, коллеги и миллионы любителей велосипедного спорта, которому вы посвятили свою яркую и неординарную жизнь. Золотыми буквами вписано ваше имя в историю мирового спорта. Ваши неоднократные победы в велогонках мира, чемпионатах СССР, спартакиады народов СССР и других престижнейших соревнований навсегда останутся неувидаемым примером, отношением к спортивному долгу, чести и доблести. Вы снискали себе уважение и как выдающийся спортсмен, и как талантливый педагог, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и победителей велогонок мира. Желаю вам, дорогой Гайнан Рахматович, крепкого здоровья, успехов вашей многогранной деятельности во славу нашего Отечества. И пусть еще многие годы новые поколения российских спортсменов смогут перенимать ваш бесценный... Ваш бесценный опыт. Поздравляю вас от всей души. И вручаю вам этот прекрасный велосипед. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо всем, всех с праздником. А я продолжаю жить на велосипеде. Thank you.
Продолжаем аплодисментами, дорогие друзья. Дорогие друзья, за значительный вклад в успешное проведение праздника Сабантуй мы благодарим правительство Москвы в лице Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями. Открытое акционерное общество «Татнефть» в лице «Татнефть АЗС Запад». Открытое акционерное общество «Юнистрим». Антипинский МПЗ, попечительский комитет Совета муфтиев России, открытое акционерное общество «Банк Зенит», компанию «Поларис». Чай-тест. Открытое акционерное общество «Татфондбанк». Открытое акционерное общество «Холдинг ЭДАС». Открытое акционерное общество «Супер». Общество с ограниченной ответственностью «Альфибия». Значительный вклад в успешное проведение праздника внесли Республика Татарстан в лице города Набережные Челны и Республика Башкортостан в лице города Стерлитамак и Аскинского района республики, а также префектура Южного административного округа города Москва. Управление внутренних дел Южного административного округа, администрации сотрудники Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское. Кадырлы дустар, бездин байрам давам ите. Начинаем концерт мастеров искусств. Республика Башкортостан. Кадерли яхташтар, куп милятли Башкортостан халкынан кайнар сәлемләр йөкрәбез. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, дорогие земляки. От всей души приветствуем вас на празднике плуга Сабантуй. Милли байрамыбыз Сабантуй илгә именлек, муллык һәм байлык алып килһен. Дорогие друзья, национальный праздник Сабантуй проходит в рамках года 200-летия Отечественной войны 1812 года. Сегодня мы расскажем вам и о просторе бескрайних степей, и о гордости, и о величии башкирских гор, и о звенящей прохладе наших рек и озер. А самое главное, об открытости и широте души нашего народа, о любви его к родной земле, о красоте и скромности его девушек и об отваге его джигитов. Кадырлы дустар, эве Башкортостан Республикасынан сәнгат осталары сәлемләй. Каршы алыгыз.
отцов, блинная земля, кормилица, надежда и опора. Люблю твои привольные поля, урманы вековые и озера, разлив твоих величественных рек, весенних зор и лазуревую алость. Любовь к тебе, земля, из века в век, из сердца в сердце нам передавалась. О, край любимый, мой Башкортостан, история земли твоей писалась морями слез и кровью гордых ран, той кровью, что в поля твои впитались. Түрәмірдам Александр Батша указы бойынса бүгіндән пахатқа қозғаларға тейшмен әдірлік есек Тулығынса әдірдей қағым түрі Башқұрт атларынан түрілген баштан аяқ құралы жегірмі кеген бол Тіздің бойырықты күті Әл болтта екі командир бірі башқұрт екенсіхі ұрық Әлі старшына, 5-7 ауыл, 500 башы, 5 хорынжа, 10-әр, 10-50 башы. Башқорттар яшаған әр үйәд, бәрі екі екі полк бірді. Шулайы құлышыларды тулығынса, құраландырауда, ерләндірауда, кейіндірауда, өдебіздің итәпті.
Ерген ат ятыр, ерген ат ятыр.
задели. Республикасы Ярышалы сәхне асталары сәлемли. Оқылымызның көп милләтлі қолқыннан сізге қойнар, елқынлы сәлемлерімізді жеткіребіз. Сабан тұйлары мүбәрәк болсын! Дорогие друзья, вас приветствуют мастера сцены города Набережной Челны Республики Татарстан. Күкте бүген турғайлар сайрады. Сабан туй білен, бәйрем білен. Гармоншылар гармон тартты таңда. Сабан туй білен, бәйрем білен. Мәскеу күрлеп тұра жырдан кейден. Сабан туй білен, бәйрем білен. Бош қалаға күп ме кунақ келген. Сабан туй білен, бәйрем білен. Сілгілер білен сәлемлі сабан тойы қылғасы, бейрем тамашасының ол айырылмасылық еласы. Әдірістілер, алқышылар білек үлетіп қаршалығы сәхне түрінде Татарстан Республикасының от қосанған артисті Рауил Галиев хәм Бұлғар бүйі театры сәлемлі сізіне. Әссәлемі алейкум, дұстар, туғандар! Сабан тойы бәйремдері мүбәрәк болсын! Жайларның емдәрілі Сабан туйы бәйрәмі Сабан туйға дізнің яқта Сен кунаққа келем Гармуншылар гармунсызда Атлар шыққан ярышқа Мені сұм
Сабантуй – это праздник, сохраненный и перенесенный через века. Сабантуй – один из самых красочных праздников мира. Отведайте радость прикосновения с прекрасной народной музыкой. Примите активное участие в народных играх. Сабантуй – жиркешесенен. Гасырлар буе сабан сырген игенши татарнын тарихи гюзель хизмет бейрамедир. Сабантуйында крешчилердің сафы тағында кенгейе. Яңа батырлар пейда була. Кешелеребіз ішшен. Сабантуйның сілгісі оп-ак. Чынки халқыбыздың яшайшы хызур. Бүгінгі сүмі қадес. Хаял ымтылышы саф. Даны зур. Сүзі бак. Сабан іші түгелленгеш ауыллар бейрамиде. Сабантуйы ауылларыдан бары дүния бойлап кете. Сабантуй атлы ил бойлап, қыз хәм улларын барлап. Ауыл бейрамы Сабантуй. Йөри татарны данлап. Хөрмәтле Сабантуй қонақлары, алқышларға қарсы алайық сәхнә төрімізде. Илшат Хамадиев хәм Татарстан бию ансамбле. Жырлы-жырлы қайтам ауылыма. Шушымадыр бейремдер білен Жырлы-жырлы пайдам алыма Жырлы-жырлы түшім дауымна Калир тенге кебік елтыраған Салтын чишмешімін сағынна Жырлы-жырлы пайдам алыма Күдесімі туған түбеге Ашысында түшісінде татын Düşünsünde tadım Dünya bizi aydık yiyemez Dağdan düşüm Dilem dallarıma Barışlarım Dilem sarılar Kukrep yatan Şiksiz basılarım Şıkma sokmaklarım Sağınlam Şırlı şırlı Fayda varlığa Ödesin mi Doğan tübeği Aşısında Düşünsünde tadım Siz perdeleri Şilip ridepken Şalır sağına Bal aşağım Olum bu ötesini Birliğinde urman yalanlar Şırılı şırılı Fayda malıma Güdesin mi Kulan tübegi Aşısında Düşüsünde tadı Dünya bize ayıp giremez Şırılı şırılı Fayda malıma Güdesinde tuğan tübegi Aşısında düşüsünde tadı Dünya bizi baygıp yiyemez Şarlı şarlı fayda malıma Güdesinde tuğan Aşısında düşüsünde tadı Dünya bizi baygıp yiyemez Şırılı şırılı fayda malıma Güdesin mi tuğan tübegi Aşısında düşüsünde tadı Dünya bizi baygıp yiyemez Aşısında düşüsünde tadı Dünya bizi baygıp yiyemez Зур рахмат. Ирак жеріне яқын етіп, Сабантуйға келдік біз. Мұнда да біздің туғандар, дұстар барын білдік біз. Ай дубыр дубая, вай дубыр дубая. Әйдегіз бірге жүрлейбіз. Біздің яқташлар қоя. Татарстандар бар ма?
ашып бірге болса иғәлі, ойнап келіп жырлап бейіп күңел аша иғәлі. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, шула яулығын рейлеп айтып келесің байя. Алдымы дейсен мал бетерме, шәстердегі кейбетте, бейімі дейсен күйбетерме, өзінің кебігі егітке. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, шулар яулығын рейлеп айтып келесің байя. Бие, бие, бие сәне, шушы тапмын күйіне, таппыр, таппыр, бие сән күңілгіне сүйіне. Айы дубы дубая, байы дубы дубая, сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Тимеш анасыздарым, Йоқым кесе икла жанны, Уятармасыздарым. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, Сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, Шула яулығын рейлеп айтып киресің байя. Шасын яқты бақла деймәс мекен түшіне, кеш яттанда есі біләп ет күрмәс мекен ішіне. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, шулар яулығын рейлеп айтып келесің. Уран бойы юл бойыла, иіл бойы суйыла, күттіп жаным шығырсың деп йоқламадың тіл бойы. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Байы дубы дубая, байы дубы дубая, шулар яулығын рейлеп айтып келесің байя. Биігікен юрқығызла япты яна ұттығыз, турығызда іш әйлендімі қолды екен юқығыз. Айы дубы дубая, байы дубы дубая, сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Айы дубы дубая, байы дубы дубая, шулар яулығын рейлеп айтып келесің байя. Айы дубы дубая, байы дубы дубая, сәңгер яулығын рейлеп байя бардың син байя. Рахмет, хабыслар! Ир сүзі янына от сүзін кушалар тик біздің татарда. Егітлер ир болып жетіше, ерлет атланып атларға. Атлар шаба, ғымыр елі бойлап, от істінде заман дегеті. Ауызлықлап тұрмыш незакларын замананы бақша күлейтті. Сәхтері Татарстанның от қазанғын артисті Захир Насыбуллин. Ұлы юлда тұяқтаушылары, қонақланып ұша ояқлар. Ерлерді қаттар егітлері, бәйгілерге шыққан жойдақлар. Ерлерді қаттар егітлері, бәйгілерге шыққан жойдақлар. Шашып ярсулары, бабайлардан келе далы бәйге, юғалмей шәкпеші босырларны. Бабайлардан келе далы бәйге, юғалмей шәкпеші босырларны. Ир қонатып аз болыр деп әйткен, халқын сөзі дүріз қақ екен. Әклерге яқшау дәрті берген, ұзышларда жинген от екен. Әклерге яқшау дәрті берген, ұзышларда жинген от екен. Әқ от
Аяқларының еңір асылары Әкелекнің шашын ерсулары Бабайлардан келе Данлы бәйге Юғалы шәкешін ғасырларны Бабайлардан келе Данлы бәйге Юғалы шәкешін ғасырларны Әйтір уақыт дейлгілер Әқпатларның елғыр асылары Әқерекнің шашып ярсулары Бабайлардан келе Данлы бәйге Юғалы шәкешіп ғасырларны Бабайлардан келе Данлы бәйге Юғалы шәкешіп ғасырларны Рахмет! Рахмет! Сабантуй, ты вечно юный, ты времени и течению не подвластен, ты добрый, озорной, веселый, шумный. О, Сабантуй, ты молод и прекрасен. Келген яшау ұты Ереклерді біздің янау Бәқіт тілім сен Бәйрем қалқы Бәқіт тілім сена Сабантуй Аккуратнее, проведите другую радости и свету. Здесь каждый гость наш самый лучший. Наш Сабантуй всю пригласит планету в свой веселый танцевальный круг.
жанда сабан туеби, биеми түзеп бара. Татарстан би ансамбле! Саван тойы елка берле, күгін ашик шунда бер, биемейді әжірлап мида үтмәселіше яшымыр. Әдірусылар біздің ярышалы шағырын әкелген сәхіне столарының шығышларын дәвам еті. Яраткан жаршымыз Татарстан Республикасының от қозанған мәдениет қызметкері Осия Әхмәтшина! Білген жерінде құшылып жұрлағыз, инде рахаттары бейсәгізді бола. Әбіз бейрәмізді саман түне дәвам етебіз. Уважаемые гости праздника, на сцену приглашаем спонсоров саман туя, производители чая ТЭС и кофе Жардин Людмила Атаева. Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады возможности принять участие в сегодняшнем празднике и представить вам чай ТЭС и кофе Жардин. Думаю, вы согласитесь,
с тем, что чай и кофе – это уже гораздо больше, чем просто напитки. Чашечка чая или кофе – это часть нашей жизни, нить, позволяющая объединить людей, особый символ гостеприимства, расположения и добрососедства. Поэтому мне особенно приятно, что сегодня вас весь день будут сопровождать чай-тесс и кофе Жардин, поскольку они, как мне кажется, полностью соответствуют национальным традициям и характеру замечательного веселого праздника Сабантуй. Позвольте еще раз поздравить вас с праздником, пожелать здоровья, благополучия, хорошего настроения. Пусть сегодняшний день доставит вам такое же удовольствие, как чашечка свежезаваренного чая тесс и кофе Жардин. А кто хочет попробовать чай и кофе, я приглашаю вас в ярко-оранжевую палатку. Там можно попробовать бесплатно и приобрести понравившийся вам чай. Хорошего дня, до свидания. Мы говорим спасибо нашим спонсорам и партнерам праздника Сабантуй. Сберегите новой жизни зерна, чтоб ростком подняться новых дней, чтоб кружилась весело и звонко песня счастья над землей моей. Наш праздник продолжает талантливая, очаровательная солистка города Набережной Челны Республики Татарстан Лилия Хайруллина. Варшава государства. Мирезла,
шыр ери, кендізін кешен ирден, ник бу саван туйлары, кен сайын болмай икен. Бүтін тереякта бүгін эйлен бейлен, кара күннер артта қалсын, якты біздің бейрем, якты біздің бейрем. Хүрмәтлі саван туй қонақлары, кышлар біле сәхне түріне Болгар бию театрын шақырып қалық, сіздің ішін қызлар бию. Татарстан Республикасының от қазанған артисті Габидулла Хурматуллин.
столицы. Убежден, что Сабантуй-2012 оставит в каждом сердце яркие, незабываемые впечатления, послужит... Прекрасно. Вот точно так же в Москве мы сохраняем самые лучшие традиции. Культурные центры создаются. И люди показывают самое лучшее, что принадлежит их национальности. И вот этот праздник Сабантуй... Сегодняшнего праздника Сабантуй-2012 Розу Хабибулину! Татарская народная песня «Огидель». Yeah.
Thank you.
We'll be right back.
içine vurur tanıyım o. İki ejderimi sağlar, sürfine vurur tanıyım o. Güzel bakan gözün yavru tanıyım o. İçtiğin yürek geçti, çıkarı balsam olmaz. Karagöz gel bari ey, karagöz canımdan ey. Karagöz gel bari ey, karagöz boyundan ey. Touch.
Рахмет. Бик көп халық ара конкурслар лауреаты. Біздің сиген жыршыбыз Әлфина Ахметжан. Алқышлар білен қаршалығыз. Сахнада Әлфина Ахметжан. Какой вам городской лесотовый? Есенмесіз, қадырлы дұслар, бейрен білен мүзгізіне. Бейдегіз барымызда біргенде бей баламыз. Татар халық жыры, татар халық күйі, тақмақлар, би әйде! Yürüyün neyim de var yürüyün neyim.
Ayaklarım tavsa tavsa mükenişke bakmasın. Ay, neyim devam.